Доброго времени суток, уважаемые гости, зрители канала BioStream. Сегодня хотелось поговорить об одной небольшой такой проблемке. Затронет она, может быть, не всех, а именно затронет тех, кто использует для записи видео или стримов такую вот программу, как OBS, Open Broadcaster Surveyed, или Surveyed. Уж в английском я не силен, извиняюсь. Кто еще использует, скажем так, операционную систему Windows 10, кодировщик от видеокарты NVENCE. Проблема заключается в следующем. При стримах или записях видео выскакивает на Windows 10 такая вот ошибка. Текстуры map files, код ошибки и также описание ниже. Много я искал информации, много лазил по сайтам. Кто-то советовал там установить старые драйвера, установить старую версию OBS, и все это, конечно, не помогало. На Windows 7 стримилось без проблем. То есть обновляешься до последней версии, что видеодрайвера, что OBS, все тип-топом. Ну, на 10, к сожалению, вот такая вот ошибка. В общем-то, не буду я ходить вокруг да около, как это все дело исправить, чтобы у вас работал стримчик, запись не обрывалась, скажем, данной ошибкой. Что мы делаем? Мы идем в Яндекс, пишем. Ну вот, она у меня уже и выбилась, в принципе. Скачать OBS 64 бита на русском для Windows 10. Но нам нужна в данном случае OBS Studio. Вот он сайт. Оставлю я ссылочку под видео. Скачиваем OBS Studio, последняя версия. И переходим уже непосредственно к самой программе OBS Studio. Вот она сама. Да, она немножко отличается от предыдущей тем, что более развернуты настроечки. И тут еще вот в старой версии пометочка, видите, буковка B после номера версии. Буковка B. Ну, я так полагаю, что это бета-версия. В OBS Studio все настройки делайте практически такие же, ну, в зависимости от вашего интернета, компьютера и так далее. То есть сервис YouTube, кодировщик от NVENCE, да, от видеокарты. Битрейт, все дела. Вывод, масштабирование, FPS, разрешение. И чтобы ошибка у вас вот эта вот пропала, о которой я уже говорил в начале ролика, да, вам надо рендер кодировщик поставить не Direct 11, а OpenG. Можете нажать на паузу, скопировать вот последние настройки и ставить так же, как у меня. И вот как уже неделю я стримлю, да, и проблем нету. Абсолютно никаких. В общем-то, всем, кому помог, ребята, ставьте большие пальцы вверх. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. Всем удачи и добра, увидимся с вами.